Мира нам всем, дорогие друзья! Сегодня покажу, как готовится очень-очень вкусный крем. Это будет капучино-крем. Он подходит и для бисквитных тортов, для прослоек. Также подойдет и для муссовых каких-то прослоек. Очень вкусный и очень просто готовится. Для начала сливки жирностью 33-36% взбиваем с сахарной пудрой на средней скорости. Затем нам понадобится любой вот стик капучино, там где кофе не гранулами, а порошком. Добавляем, когда сливки практически взбиты, и на небольшой скорости продолжаем взбивать до нужной нам консистенции. Получается уже изначально очень красивый крем, но мне понадобится мусс. Для этого желатин я замочила в воде комнатной температуры на полчаса, и затем в микроволновке импульсами подогрела его и практически полностью остудила до комнатной температуры. Добавляю немножечко взбитого крема. Перемешиваю и добавляю к общему крему, опять-таки перемешиваю. Теперь это будет более плотный мусс, он мне нужен для тортика. Получается очень вкусный, невероятно воздушный и легкий крем. Вы обязательно должны его попробовать. А с вами, как всегда, был Кекс, друзья. До новых встреч, пока-пока!